И возвращаемся в Латвию. Гео Кончелли и Раймонд Паулс. Когда встречаются два композитора, грузинский и латышский, они разговаривают на языке музыки. На этот раз Раймонд Паулс выступил в роли пианиста. Причем играл он не свою музыку, а давнего друга Гео Кончелли. Но для слушателей это повод напомнить. Маэстро не только замечательный композитор, но и прекрасный исполнитель. Музыку слушала Галина Солодовник. То, что я создал много таких уже шедевров, и особенно в кино музыки, которые мы все, конечно, помним, знаменитый фильм «Мино» и многие другие, ну, сколько можно ему позавидовать, и я думал, ну что мне остается делать, а? Он мне подарил свою нотную такую тетрадь, где собраны его мелодии из разных постановок, кино. Я как-то думал, попробую сыграть это как пианист. Очень многие люди, которые служат музыке, они могли бы заниматься и чем-то другим. Но есть какие-то единицы, которые должны были заниматься только музыкой. Вот Раймонд Паулс родился для того, чтобы заниматься музыкой. По словам Гео Кончелли, то, что Паулс решил сыграть и записать его музыку, было неожиданностью. Мелодии маэстро выбирал сам. Это музыка из фильмов и спектаклей. Кстати, осенью в Театре русской драмы состоится премьера спектакля «Ханума». Постановкой занимается Алла Сигалова. Галина Солодовник, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.